Вы даже себе не представляете, на что способны эти книги. Эти книги — это духовные бомбы. Они могут избавить, они могут разрушить иллюзию. When we read these books, it helps us internally. Когда мы читаем сами книги, это помогает нам изнутри, внутренне. We need to strengthen ourselves internally. Мы должны сами себя изнутри укреплять. And when you go to preach, когда мы идем проповедовать, it helps you also. Это тоже помогает вам, когда вы идете проповедовать. So reading and preaching is both are both important. И важно и самим читать книги и проповедовать другим. Prabhupada said, when you read these books, Krishna says, here is someone trying to understand me. Let me give him the understanding which he can come to me. Шрила Прабхупада говорил, что когда Кришна видит, что кто-то читает его книги, он говорит, думает: вот человек пытается постичь меня, я должен дать ему разум, чтобы он смог постичь меня.